Ну что, дружище, захотелось тебе покушать. Наложил всяких вкусняшек, заварил чаек. И думаешь, надо бы что-нибудь на ютубчика под еду посмотреть. И наткнулся на мой видос. И я надеюсь, ты сделал правильный выбор, потому что у нас, по сути, сегодня роллинг по трешачку. Все, как вы любите, будет интересно. И что самое главное, с интригой в конце. Так что единственное, что тебе осталось сделать, это поставить лайк и подписаться. Потому что 40% просмотров идет без подписки. Ёлки-палки, ребятушки, не будьте пиздюками, влепите лайк и подпишитесь. Ну а если не кушаете сейчас, то тоже подпишитесь. Просто я лично, когда что-то хомячу, я люблю под это дело что-то опять же посмотреть. Ну а нахожусь я на аккаунте Шурика. 217 тысяч силы, 151 тысяча самоцветов. Я не знаю, сколько мы сегодня потратим, 120 тысяч или 151 тысячу самоцветов. Но, конечно же, на заставке и в названии я напишу 150 тысяч. Ну, впоследствии я вам объясню, почему мы будем ролить или одну, или другую сумму. И что же у нас тут получается? А Шурик, между прочим, находится в гильдии под названием AOS Team. Можете туда попробовать вступить, босс 21.00, ВК-айдишечка для вступления есть, пишем, и факелочечки в 20.45, атака фартов в 12.00, так что взяли руки в ноги, побежали и вступаем. Первые места в этой гильдии, AOS Team, у-ху, давно знаю ребят, хорошие ребята. Ну что, полетели? Давайте потихонечку, не спеша, я вам начну рассказывать, что же сейчас будет происходить. А все достаточно жестко и сложно. Во-первых, на этом аккаунте не хватает многих героев, и я уверен, даже хозяин всех недостающих героев не перечислил. Не хватает непосредственно заклинательницы, Бигфута, Анубиса, Седны, Рогатки, Асуры, Бугимена, Махатмы, Фрэнки. Вот так вот, да? Давайте еще раз. Заклинательница, Бигфута, Анубис, Седна, Рогатка, Асура, Бугимен, Махатма, Фрэнки. Ну, Бигфут, Анубис, Седна, блин, Асура, да, это уже такие в наше время must-have герои. И самое главное, здесь, конечно, также не хватает Огнекрыла. Не знаю, парень играет с донатом, слушай, с минимальным донатом. Неужели, реально, неужели он все эти самоцветы накопил? Походу, ребята, реально, это накопленные, ну, как бы 41 тысяча самоцветов куплено, здесь минимум 110 тысяч накоплено. Минимум. А может быть даже... Я не знаю, может и все... Короче, я потом, ребят, спрошу хозяина, накоплено это или нет. Но знаете, в чем самая главная фишка? В том, что сейчас проходит акция. Как говорится, заработай на героях. Ты ролишь героев. За каждого рольнутого героя ты получаешь очки. И вот когда набираешь 777 очков... У тебя есть шанс получить или Асуру, которой не хватает, или Капитана Рогатки, которого не хватает, Бугимена, которого не хватает, и Огнекрыла. Я, блин, не верю в сказки. Мне кажется, шанс выпадения Огнекрыла реально маленький, но хочется надеяться, и сегодня мы узнаем, получится у нас выбить Огнекрыла или нет. Так что давайте. Еще раз напоминаю, ставим бесплатный лайк и полетели. Вообще, блин, реально не хватает множества героев. Так что, блин, погнали. Хватит размусоливать. Хватит, давай. 450. Да, еще, ребят, не тупаните, пожалуйста. Я-то записываю данный роллинг в один день, скажем так. А опубликую его могу через 5 дней, а то и через неделю. Через 3 дня или в этот же день. То есть... Посмотрев мой роллинг, пожалуйста, не бегите по-сумасшедшему донатить под какую-то акцию, потому что, скорее всего, в данный день, когда вы смотрите данное, скажем так, не знаю что, произведением, то это все не хочу называть, но тем не менее, знаете, такие, опа, я сейчас задоначу по роли героев, или у меня накоплено самоцветов, сейчас я вот тут тоже Огнекрыла заберу, а потом бац, паролили, смотрите, акции-то такой нету, и считай, зря ролили. Так что будьте внимательнее, потому что мои ролики обычно с задержкой выходят. Я запишу в один день, а опубликую там через дня 3-4, когда это, по сути, уже перестает быть актуальным. Но ничего с этим не поделать, потому что вы подписаны
повторюсь, на Прибалта. Так, потихонечку идем, да, заклинательница Седнара. Ну, короче, пока что еще ни одного недостающего героя нам не выпало. И это мне на самом деле не нравится. Как бы, и посмотри, да, вроде как акция. Вот не падает ничего. Не хочется думать, конечно, что это, скажем так, заговор разработчиков, IGG, вот это вот все, как вы любите. Но по факту герои, ну, слабенько падают. Ну, там падали поначалу, да, некоторые, так скажем, экземпляры, но я бы не сказал, что они супер редкие и нужные. Вот второй раз Купидон падает, ну и что это, ведьма второй раз падает, вот, ну, типа, серьезно. Мы уже потратили больше 30 тысяч самоцветов. Больше 30 тысяч самоцветов, а в обычный день... В обычный день, вот просто с нифига, я там за 6 или за 3 тысячи на основном аккаунте выбил капитана Рогатку. Профессор Риббит, не знаю, был у него профессор Риббит или нет, выбил за маленькое количество самоцветов капитана Рогатку. Хотя зря я, наверное, сейчас это говорю, может быть, вы еще не видели то видео, может, я его еще не опубликовал. Ну давай уже, где герои-то? Купидон, Суккуб, если я сегодня обосрусь, то ну, это будет вообще жестко. Потому что, я там понимаю, если человек там постоянно донатит, ну или просто донатит, а как бы да, там, ну, не повезло. А когда такая сумма самоцветов накоплена, то это вообще жестко, понимаете? Если я сейчас обосрусь, извиняюсь за выражение, и ничего не выбью, то я не знаю, как мне этот аккаунт возвращать назад. Это будет, ну, большая печалька. Это будет очень обидно. Малышник. Да, давай, где герои? Мы уже 50 тысяч потратили. Рыцарь тьмы, что за говно падает? Повелитель бури. Повелитель бури был, ну, может быть, это нужно, скажем... О, Махатма. Махатма, Махатма, вот, недостающий герой, в рот мне ноги, наконец-то вышел. Выпал за 50 тысяч самоцветов. За 50 тысяч самоцветов только два более-менее годных героев выбили. Это Махатму и Повелителя Бури. Повелитель Бури, как я понял, уже был, если хозяин не забыл его упомянуть. Сейчас, конечно, мы это все дело глянем, но Махатма, я скажу вам так, это не то, на что рассчитывал хозяин данного аккаунта. Мягко говоря... Так, или я... Нет, видишь, есть Повелитель Бури. Может, повторка нужна. Хотя, если там уже со второй эволюции герой, то там понятно, что он и с аугментацией. Дракос, давай! Влад Дракула, Рыцарь Тьмы. Вот когда видишь, что дубль падает, да? Стрелок, А где Анубис-то, а? Стрелок выпал. Где Анубис-то? Бульдозер, Князь Тыква. А видишь, что дубли падают героев, 2 или 3 штуки, то в 99% случаев там вообще ничего годного не упадет. Вот как-то нормальные герои падают по одному. Махатма вторая, да что ты будешь делать? Ну, как-то только с одной Махатмой мне аккаунт возвращать хозяину, мягко говоря, стыдно. Вот так вот, знаешь, с закрытым лицом. Потому что тратится-то самоцветов, мать моя женщина. Медуза, призрачный всадник, вот и вот серьезно, рандом, да, за накопленные самоцветы, по сути. Ай, там сейчас, да, в комментариях, ко-ко-ко, это самоцветы не накоплены, он с донатом играет, вы видели, там всего на аккаунт задонено 40 тысяч. Может, это донатилось, я не знаю, там, 3 года назад, бульдозер. Для меня это накопленные самоцветы, я не знаю, как 20 тысяч накопить, а люди копят по 100 тысяч, и для меня это вообще шок. Тот... Нам, понимаешь, нам осталось ролить, по сути, 50 тысяч самоцветов. Мы уже потратили 80. Даже, не знаю. Короче, до хера потратили, ни хера еще не выбили. Это жестко. Королева Гарпии. Вот потому я всегда советую, ребята, ну его нахер. Копите 5000 самов, ролите. Упало что-то, радуйтесь. Не упало что-то, ну и похер. Потому что это 5000 самов. Но когда ты копишь до хера, тратишь до хрена месяцев. Вот Варлок, вот куда ты усрался сейчас? Когда ты копишь до хрена времени, и потом бац и роллинг, и тебе реально ничего не падает. Вот это реально обидно, понимаешь? А когда 5000 просираешь... Ну да, ну не выпало, это 5000 Суккуб.
А бывает, что за 5000 выбиваешь, такое бывало, к примеру, на том же Тунце. И тогда реальная неподдельная радость и кайф. Вот это самый беспроигрышный вариант. Но вот так вот копить, это просто жестко, тем более давать таким рукожопам, как я. Боже, ну... Снова Зила. Ну давай ты уже Махатму одну дашь, ведьма. Может, это реально связано с тем... Я понимаете, с таким рандомом я уже начинаю верить в то, что, извини меня, это какой-то заговор, не знаю кого, из-за того, что у нас сейчас акция на трату, скажем так, акция на трату самоцветов на героев. И вот герои не падают, или все ринулись героев выбивать, скажем так, все... Всех нужных нам героев выбили. Я не понимаю, ребята, что происходит. Паладин, да ты серьезно? Вот ты серьезно? Паладин, да? Вот где? Вот что это? Рыцарь тьмы, да ты уже какой? Гаргул, да ты серьезно? В 2018 году рыцарь тьмы и гаргул за 150 тысяч самоцветов? Да ты вообще, как бы с тобой все хорошо? Леди Лео? Да пошла ты... Это... Просто жесть. По сути, да, у нас первая запланированная сумма была, это именно 20, скажем так, 120 тысяч, 120 тысяч самоцветов, понимаешь? Ронин. Ронин, еще более-менее редкий герой, но который, по сути, на этом аккаунте уже присутствует. Купидон. Понимаешь, было запланировано потратить 120 тысяч. 120 тысяч на роллинг. Мы их уже почти потратили, не выбили толком интересного, ничего. Ну, Махатмы две, да? Стрелок, повелитель бури. Но это, согласитесь, мало. Заклинательница недостающая выпала в рот мне ноги, ананасы в бухту. Ну, хотя бы, да, если сейчас мы Анубиса не поймаем, человек сможет, скажем так, прокачать заклинательницу и ее использовать как аналог Анубиса. Таким же действием я буду заниматься непосредственно в скором времени на Тунце, когда ресурсы подосвободятся. Потому что, ну, это такой рабочий вариант. Мягко говоря, не на 100%, но заклинательница может помочь. Даже многие топы, у которых есть все герои, используют заклинательницу. Но я не особо доволен результатом. Мы уже потратили нужную сумму для акции. Давай последнюю... Асура! Вот, я хотел сказать, давай последнюю десятку потратим. Видишь, я рандом чувствую, что вроде как бы мы уже будем сейчас заканчивать с роллингом. Он начинает что-то подкидывать. Но хотелось бы увидеть Бигфута, Анубиса, Седну. Душегуб. У нас уже склад. Понимаешь, у нас уже даже склад заполнился. У нас уже даже склад заполнился. Мы сейчас можем открыть сразу заклинательницу. Мы можем... Так, герои. Мы можем открыть заклинательницу. Ну, Махатму, да? Махатму недостающую. Окей. Асуру. Не знаю, что там с Рибитом. Ну, Рибит и в Африке Рибит. Заклинательница. Это жестко, жестко. Он еще думал, типа, 30 тысяч самов оставить на пирата, но я даже и не знаю. Я, понимаешь, я даже и не знаю. Блин, я думал, с пятым. Прикинь, да? Махатма с пятой ремкой выпала. Она это пятая ремка, и как бы до одного места, но она взяла и с пятой ремкой выпала. Ну, интересно, девки пляшут. Я бы... Смотри, нормально так ресурсов накоплено. Так, давай вот это вот сейчас все посливаем. Ну, хотя бы, наверное... Ну, блин, вот так вот хотя бы. Ну, давай еще 6 тысяч в эконом-режиме потратим. Может, сейчас рандом начинает давать. Ниндзя. Потому что вот под конец герои как-то начали падать. По крайней мере, Асура выпала. Купидон, Леди Лео. Так, Кэнди. Давай, Анубис. Арес Рина. Химера. Вот смотри, как назло. Начало под конец падать героев. Ну давай, ладно уже, фигачим. Призрачный всадник. Сердцеедка. Дед Мороз.
Давай, дружище. Атлантикор. Королева гарпий. Ну, вот это знаешь, как в какое-то казино аппарат играешь, думаешь, твоя ставка отыграется или нет. Вот сейчас я ставлю самоцветы, по сути, которые можно было бы спустить на пирата, а мы спускаем на роллинг. Ладно, пошли в акцию. Заработай на героях. Заработай на героях. Так, это мы... Очков получено. У нас очень много, на самом деле, очков получено. Так. Давай редкого героя. Один редкий герой. Ну, ребята, давайте, я не знаю, там, лепим лайки, дизлайки, пишем в комментариях удачи или не знаю, что делаем. Скажем так, просто кулаки свои сжали. Надеемся. Потому что, по сути, это бездонатный аккаунт. И если сюда придет Огнекрыл, то это будет очень круто. Давайте, друзья. Рандом не подведи. IGG, заставь нас поверить в чудеса. Забираем. Чего, блядь? Вы получили мифическую карту героя 3. То есть мы не получили огнекрыла, да? Пиздец, блядь. Ну, подожди. Заработай на героях. Ну-ка, давайте мне правила покажите. Правила. А, ну да, мифическая карта героя 3. Асура, капитан Рогатка, Бугимен, Огнекрыл. Ну, как бы, если выпала Асура, это тоже был бы облом. Капитан Рогатка. Или Бугимен, ну, не знаю, там. Ну, Огнекрыл не выпал. Капитан Рогатка Бугимен, фиг его знает, понадобился бы этому игроку или нет, но теоретически с мифической карты Героя 3 мы можем выбить Анубиса или Бигфута того же. Ну, что-то, конечно... Что-то, да, чудес у нас, друзья, не происходит. Что у нас? Блять. Да вот просто в рот мне ноги. Вот просто извиняюсь за выражение, ребят. Вот просто извиняюсь за выражение. А, ну хотя мы отсюда можем еще Седну выбить недостающую и Бигфута. Бигфут или Седна? А выпадет какая-то Афина или Рибит. Ну, короче, надеемся, давай. Ну хоть так! Бигфут. Ну хоть так! Ну вот просто, я уже не знаю. Понимаешь? Я уже не знаю. Давай попытаемся. Я надеюсь, меня простит хозяин аккаунта. Но раз посыпало под конец героев, давай попытаемся взять и выбить грёбаного Анубиса. Вот Афина пришла. Анубиса и Седну. Фрея даже пришла. Смотри, он дает. Дай просто нужного героя. Одержимый. Князь Тыква. Капитан Дрейк. Химера. Так, и получается, мы сейчас можем все другие награды забрать, да? Просто. Ну вот, я не знаю, как это все делать, ребята, если честно, оценивать. Да, получили недостающих героев. Но, блин, хотя бы Анубиса. Заработай на героях, давай, участвовать. Хотя бы, понимаешь, хотя бы Анубиса. Хотя бы Анубиса. Слушай, мы еще отсюда можем Анубиса выбить. 180 очков нужно, давай забираем. Мы забрали. Мы это, по сути, мы все призы можем забрать.
так все получено. Это странно, это высвечивается. Да, мы отсюда все забрали. 1000 очков. Где 10 тысяч самов? Там тоже было вроде бы. Где все награды? Вот, начислены. 10 тысяч самоцветов. А, у нас даже две карточки таких. Окей. Ну, блин, ни пуха, ни пера. Давай. Вот смотри, здесь уже может выпасть Анубис. Но, блин, и ведьма, и всякая вот эта вот шваль тоже может выпасть. Давай! Хранитель. Полетели дальше. Сука. Махатму одну открыли. Это Бигфут. Что у нас получается? Мы не выбили новых героев, да, Бугимена и Рогатку. Мы не выбили Седну и Анубиса. Ну и, конечно, мы не выбили Огнекрыла. Я не знаю, короче, ролить дальше, не ролить. Потому что, ну, надо хотя бы чуть-чуть тогда самоцветов оставить. Может быть, хозяин после роллинга и сам... Я не знаю... Была надежда на Огнекрыла, вроде как бы и навыбивали каких-то недостающих героев. На этом аккаунте есть и ресурсы, есть и герои, которых можно теперь прокачивать. Ну, по идее, все есть. Ай, но, блин, хотелось, вот знаешь, верилось, скажем так, в чудо, хотелось именно выбить Анубиса и Огнекрыла. Даже там плевать на Бугимена и Рогатку. Ну, а Асуру, Асура классный герой, Махатма тоже ничего. Ну, короче, я не знаю, ребят, я не знаю. Мог бы сейчас сказать, о, это пацаны, супер удачный роллинг, ставьте лайк. Но что-то как-то не особо у меня настроение, если честно. Потому что самоцветов потратили до хрена. 150 тысяч. На этом все, друзья. Желаю игроку под ником Шурик, но он и в реальности Шурик, огромнейшей удачи. Вам скажу большущее спасибо за просмотр. И всем пока, друзья.